А вы любите малинку? Я ее просто обожаю. Это моя самая-самая любимая ягодка. Я просто попробую немножко. Хочу показать, какой малинник я нашла. Я просто не могу остановиться от восторга. Посмотрите, это не просто усеянные ягодки. Они кругом, в огромном количестве. И тут прям целые заросли. Прям кругом вот они. Которые богаты многими веществами, помогающие бороться с простудой, с инфекцией, с грибковыми поражениями. Поэтому, если у вас есть возможность, собирайте эту ягоду, заготавливайте ее. Я думаю, что зимой ваш организм вам скажет спасибо. Можно, конечно, и с сахаром, но лучше все-таки как-нибудь другим способом. Есть еще прекрасное грузинское вино. Малиновые. Попробуйте, вам очень понравится. Возможно, вы сами захотите его сделать. Так что малинников вам и побольше.